Всех приветствую, друзья, в магазине «Светофор» города Челябинск. В прошлый раз мы очень с вами удивились, магазин был почти пустой. Посмотрим, что у нас привезли в этот раз. А вот уже и новиночка. Жасмин, смесь бобовых для наваристого супа-пюре. 119 за 800 грамм. 49,90. Пшено шлифованное марки «Увелка» за 800 грамм. Привезли сельдь тихоокеанскую, натуральную, с добавлением масла. 250 грамм, произведено в Сахалинской области. Сельдь указана кусочками, цена 37,50. Отличная находка для тех, кто любит готовить. Смесь специй, сверху есть рукав в дополнение. Смесь для блюда на второе, сочное мясо, индейка, курочка, жаркое, 21,50. Целым набором можно приобрести кубики «Галина Бланка», 125 рублей, в упаковке 48 штук, для супчиков. Кешью в этой поставке совсем обмельчал, какая-то россыпь. 280 рублей за полкило. Орехов в этот раз немного, 300 грамм неочищенных фисташек, 231,50. По пакетам расфасована компотная смесь из сухофруктов, 99,90 килограмм. Плохо, что в этих пакетах ничего толком не видно, есть там плесень, нету. И рядом лежат пакеты с похожей смесью. Вот в них можно уже что-то рассмотреть. Я вам советую тщательно проглядывать. Сухие завтраки. Воздушные зерна риса в сахарном сиропе. 5 упаковок по 30 грамм, 38,50. Вы не представляете, насколько эти круассаны ароматные. Я даже через упаковку чувствую. Выполнены на слоеном тесте, 700 грамм, 135 рублей. Кстати, состав меня совсем не пугает, но разве что маргарин не всем нравится. И указана вареная сгущенка. 199 рублей, набор ассорти, 1 килограмм, здесь тот же производитель. И много всяких печенюшек, даже орешки есть и безе. Радова, лимонная кислота, 200 грамм. В порошковом виде, цена 97 рублей. Теперь в Светофоре можно найти пельмени Ложкарев иркутские, 900 грамм, цена 126 рублей. Так, друзья, мы в холодильнике, здесь по-прежнему есть кефир в продаже, сметана и вот такой йогурт с хлопьями, 54 рубля от марки Fructis. В огромном количестве коктейль Grand, карамельный вкус 54,50 подорожал, сыр обычный и плавленый. Раньше, помню, здесь еще сыр Богатов был, сейчас, видимо, его уже не продают. Зато посмотрите, сколько мяса. Недостатка Светофор не испытывает. Сыр Косичка 413 рублей за килограмм. Делитесь отзывами, если уже пробовали. Карбонат юбилейный 372 рубля стоит килограмм, но вот кусочки здесь приличные. Крылья в специях, цена за килограмм 244,50. Это омский бекон, состав супер мелко написан. 299,90, бекон классический, категория Б. Маленьких кусочков не найдете, мясная прослойка есть, но небольшая. Корейская морковка 113,66 рублей, икра все еще в продаже, маринованные овощи. В этот раз повезло с мясом, 209 рублей, свинина. С прошлого похода стол передвинули, и кстати, посмотрите, сколько здесь мяса, еще не разрубленного. Внизу в коробках по 100 рублей щеки и ноги. По 3 рубля можно приобрести пакеты для фасовки. Еще можно выбрать яблоки 88,90 кг. Яйца 189, 30 штук. 184,50 гранаты. Раньше думала, что светлые не спелые, но это просто сорт. Микс из зелени 68,50. Киви 119,90. Колбаса зернистая, особая, 315,90. Наша россиянка, это тоже новиночка, сыр копченая. Кто-нибудь попробовал уже? Коврики преддверные, 126 рублей. На прорезиненной основе, размер 40 на 60 сантиметров. Представлены коврики в двух расцветках и действительно неплохого качества. Вот в таком виде клубника гигантелла. Имеет крупные кустики до 60 сантиметров. Расфасованы по пакетикам и цена
Так, саженцы плодовые 375 рублей, это вот они стоят здесь, их немного осталось. А клубника стоит 52 рубля. Фикс-пласт, лейкопластырь медицинский, перцовый. 94 рубля в упаковке, 5 штук. Пластыря много не бывает, скоро лето, здесь они все одного размера. 19 на 72, 100 штук за 120. Набор масочек с алоэ вера и пантенолом, гармония свежести, 6 штук за 152. Аскорбиновая кислота, в коробке по 20 упаковок, 146 рублей, 2 вкуса. Привезли канцелярию, тетрадь предметная, 48 листов, 20-50. Тетради тут разные, и у них листочки в основном серые и в клетку. В линейку, конечно, тоже есть, русский язык, история, обществознание, география. Набор обложек школьных 10 штук, точь-в-точь в фикс-прайсе, 26-30. Ручки 51-40, 4 из них синие, одна красная, одна черная гелевая. Набор ярких текстовыделителей, все только таких цветов, 61-50. Папка для труда 169 рублей, вот с такими ручками, с двух сторон есть рисунки, формат А4. Посмотрите, какие они яркие, можно выбрать рисунки и для мальчиков, и для девочек. В корзины сложили кроссовки детские, размер с 26 по 35, 364 рубля. Кроссовки вот такие мягкие, гнущиеся, легкие, и они не на шнурках, а на липучках, хотя со шнурками тоже есть. Сланцы детские 450-50. Размеры точно такие же, как у кроссовок, они менее гибкие по подошве. Открытые, цвета только такие, на липучках. Еще одна корзина, в ней бейсболки, 200 рублей. Кстати, в этом магазине их еще не было, мы видели только в другом. Вот эти чем-то напоминают те, что продаются в фикс прайс, там тоже есть с пайетками. Для любителей ТикТока. Это, видимо, к 23 февраля. Джинсовые кепки с крупной стрекозой. Думаю, что ее можно будет отстегнуть. Со стразами и с блеском светлые. Есть яркие, например, желтые. Они как будто бы вязаные и прям совсем-совсем тоненькие. Покрывало ультрастеп, ярмарка снов. Размер 200 на 215. Верх выполнен из полиэстера. Наполнитель синтепон. Множество расцветок на выбор, 581 рубль. Есть пледы размером 180 на 200, 449,50. Тоже множество расцветок, они мягкие, приятные, ворсистые. Не сказать, что прям вау какого качества, но застелить таким можно. И они побольше, чем те, что продаются в фикс прайс. Ваза для фруктов праздничная, 217 рублей на ножке, стеклянная, с узором. Ножка не соединяется, 25 сантиметров диаметр. Мне приглянулись кружки для чая «Сказка», 350 миллилитров, толстые стенки, натрий, кальций, силикатное стекло, 53 рубля. Дальше обзором покажу, что уже было в продаже. Это набор салатников, вот такие кружки белые, просто без рисунка, можно купить и сделать свой рисунок. Они по 51, кружки с рисунком есть. Цветочками в голубом цвете. Тарелки 51 рубль, плоские, диаметр 20 сантиметров и глубокие 51. Набор хозяйственных перчаток в упаковке 5 пар, 140-50. Особенно пригодятся тем, кто работает в саду, в огороде. Фарфоровые миски бульонницы 81-50, синие, зеленые, красные, 680 миллилитров. Рядом есть сковородки 790 рублей, 26 сантиметров в черном и красном цвете с керамическим покрытием. Рядом чугунные с двумя ручками. Чайники мы с вами рассматривали, а вот мисок таких точно не было, они алюминиевые. Смотрите, черное дно, 2,5 литра. Знаю, что некоторые интересуются пряжей светофора, 161,60, это все, что есть. Носочки детские 115,50, множество расцветок, они самые обычные, упаковка из 5 пар с узкой резиночкой, 90% хлопка, и это ощущается. Размеры нужно смотреть индивидуально.
Набор разделочных досок 105-30. Две доски идут одного цвета, формата 32 на 20 сантиметров. Есть скрытая упаковка с другими цветами. Набор контейнеров 138 рублей. Фан-кук. Кстати, такие сейчас продаются фикс-прайс, немного другого размера. Максимальный объем около 2 литров, минимальный 300 мл со шкалой. Ланч-боксы 3 штуки, 174,50. Закрываются на 4 клапана. Объем 380, 800 и 1,5 литра. 93,50. Подвезли подносы белого цвета. Размер 45,5 на 36 сантиметров. Есть рисунок в центре. Корзины с крышками тоже еще не разобрали. Есть 11 литров и 22 в трех расцветках. Товаров для животных почти не осталось. Наполнитель 170, сидушек 3 штуки. Древесный наполнитель завезли, 61 рубль. 118 рублей набор горшочков. Я думаю, что все их знают, они частенько появляются в Светофоре. В двух расцветках. Корзины для белья с крышками 391 рубль, отличная цена, они большие, 48 литров. Идея, грунт эмаль по ржавчине 3 в 1 для наружных и внутренних работ. Цвета темно-серый, серый, 154 рубля. Ближе пока подойти не могу, идет разгрузка. 731 рубль белый бак и есть еще черный 471. Хозяйственный бак 312,50. Сбоку есть выступы, объем 44 литра. Влажная туалетная бумага Аура, 120 штук в упаковке с алоэ вера, 61,50. Средство для мытья стекол и зеркал 46,20. 750 мл свежий озон. 44 рубля чистящий гель для унитаза 750 мл. 199,90. Капсулы для стирки 20 штук. Стимул. 25 рублей отбеливающее мыло, гели детские, ведра жестяные, 251 рубль. Новые горелки насадки газовые, 191 рубль, регулятор находится отдельно от поджига, производитель Китай. Подходит на стандартный газовый баллон. Спрей москитов точно пригодится вам летом, 200 мл, 87 рублей, от мошек, комаров, клещей. В Светофоре за 1999 рублей можно приобрести скамейку со спинкой длиной 1,20 м. Есть изображение. Спинка и сиденья деревянные, ножки сделаны из металла в черном цвете. Сорти для дачных туалетов 54,50, 500 грамм от запаха. Барьер сейф, объем 1 литр, 135 рублей. Средство борьбы с бактериями, плесенью и грибами. С распылителем для обработки стен, полов, помещений. Антисептик для защиты древесины 257 рублей. Большая пластиковая канистра 5-литровая. Как для наружных, так и для внутренних работ. Сетки садовые тоже в наличии, 419 рублей, 10 метров. Ячейка 30 на 35 миллиметров. Благодарю за просмотр. Магазин Светофор продолжает работать. Выставляют товары. С продуктами сейчас немножко туго. Удачного вам дня. Пока-пока.